Звоните сейчас. Телефон 198. Политика, экономика, культура, общество, спорт. Подпишитесь на «Белорусский час» и вы будете в курсе событий по всем актуальным темам. Второе полугодие 2017 года продолжается. Газета... And he's about to hit this car. Oh shit. You called it too. Man, make it right, bro. Make it right, bro. Твою мать, нихера себе! Капец. Pelvis was appalling musically. Also, he was suggestive and vulgar, tinged with the kind of animalism that should be considered. В течение многих дней мы жили только на еде и воде. Если я чувствую, что кто-то не слушает, то добавлю эту фразу в какой-нибудь придуманной истории. Реакция бывает весьма забавной. От восклицаний «О!» Твою мать, блядь! Пиздец, блядь. Все, нахер сел, блядь. Ёпки мать, а. Давай вперед, блядь. Thank you.
But I'm curious what retailers are doing to protect you from hackers. You could say 2014 has been the year. Гремят. Ой, смотри. My little head comes up and smiles at me, and I hear Leo. Leo goes, "You remember me, Fred?" He said, "Oh, hi." No. Ёб твою мать, блядь. Ну прижимайся ты, блядь. Сука ты, блядь, грёбаная. Ёб твою, о, ёб твою мать, пиздец. Ой, ё-моё. Ой. Ой. Ой, не подъезжай к нему, Женя, не подъезжай, блядь, к нему, блядь, не подъезжай к нему! Что не подъезжать? I'll point it out. Like the thin blue line? No, like the same like black. Oh my gosh. Сука, долбоёб, куда ты лезешь? Тихо, это женщина.